Огромный привет всем любителям комнатных растений. Сегодня хочу показать вам свои цветущие на данный момент фиалочки, как и обещала. Вот у меня распустились три вот такие синенькие фиалочки. У них некий пальчиковый такой узор. Сейчас это не совсем видно, просто видно, что белая звездочка в центре, и вот этот белый краешек по краю цветочка, он не особо виден, потому что сейчас все-таки жара. Вот такие вот у меня три фиалочки безымяшки, очень симпатичные. Также вот такая вот фиалочка цветет, Джоли Сан Чезар называется, это ее второе цветение. Ну, я бы не сказала, что оно какое-то супер обильное, но весьма такая симпатичная миниатюрка. У нее желтоватые цветочки. Такая вот фиалочка. Там вдали расцветает еще одна белая фиалочка. Это White Madonna. У меня их много получилось из одного листочка. Пока они у меня не все еще раздарены и проданы, поэтому вот зацветают постепенно. Также у меня появилась новая фиалочка, называется она Yesterday Child. Это трейлерная фиалка, у нее кругленькие листики, такие пушистенькие, цветочки такие розочки, скорее темно-синенькие, просто камера этого не передает. Очень симпатичная такая розеточка, но единственное, что предыдущий хозяин, видимо, ставил ее где-то на солнце, она была прям пожелтевшая, я ее отставляла в тенек, и она уже у меня более-менее пришла в себя, желтые листики я ободрала, и вот такая вот у меня теперь фиалочка трейлерная, и у нее... Вот там есть очень много маленьких розеточек. Вот, я собираюсь ее размножить по новой. Вот, и, ну, вот эта розетка тоже вполне хорошая. Вот, и буду дальше ее формировать, потому что она немножко, видите, однобокая. Но это не страшно, все исправится, и будет очень красивая фиалочка. На другой полочке у меня Ка небесная синь, она отцвела, остался вот такой вот цветонос с прилистничками, но там уже, я вижу, бутончики новые формируются, так что скоро она опять зацветет и меня порадует. Очень такая красивая фиалочка пестролистная. Я, кстати, как вы видите, пытаюсь перевести ее на фитильный полив. Другие фиалочки уже тоже перевожу на фитиль. Также здесь Джоли Бланка Бэйби доцветает. Осталось совсем немножко цветочков у нее. Вдали стоит примулинка. И здесь вот такая вот фиалочка расцвела пышным цветом. Это первое цветение. Цветочки оски, такие розоватые. Я уже выставляла фотографию этой фиалочки в Инстаграм. И ее сестра, можно так сказать, вторая детка с листа. Всего их было две с листа я получила. Две очень хорошие деточки. Она еще не цвела, но она стояла на окне. Сейчас я ее перенесла под лампу и надеюсь, она тоже скоро зацветет у меня. Называется она Imms Beta Blocket. Очень такая красивая розеточка, ровные листики ложечкой. И листики вообще с прилистничками. У меня, правда, листики в основном без прилистников, а так они еще с такими дополнительными листиками нижними. Так, это мой слоник. Также там цветет еще одна фиалочка White Madonna. Продолжает цвести мой трейлер Ле Хрустальный Водопад.
очень обильное цветение, действительно, прям водопадом эти цветочки на цветоносиках лежат на листиках. Очень красивый сорт, голубые цветочки с зелеными лепесточками первыми, махровый, очень красивый сорт и быстро растущий. Один кустик я уже обменяла, вот как раз на трейлер, которого у меня не было, на Yesterday Child, очень довольна. Есть у меня также еще детки этого сорта, некоторые тоже уже цветут, но я просто не буду вам их показывать. Дальше у меня продолжает цвести моя самая большая белая фиалочка White Madonna. Вся просто в цветочках, я уже многие сняла. Также здесь цветет Toronto Belle. Весьма так обильно. Красивые цветочки. Также цветет примулина пикола, вся в цветочках и в бутончиках. Просто бесконечно цветет. Это вот материнское растение мое. Также здесь лей эльфийский сад цветет по-прежнему, который я приобрела на выставке. Ну и другие цветочки стоят. Вот еще одна фиалочка, которую я перевожу на фитильный полив. Я ее пересадила в новую землю, более легкую. Это была голландская фиалочка синяя, очень красивая. Просто синяя фиалочка. Также я свою хою Беллу из стаканчика одноразового пересадила уже в горшочек. Здесь у меня детки сорта Кровавая Мэри. И тут первый бутончик. Такой темный должен быть цветок. Практически темно-темно-фиолетовый. Вот. Но, к сожалению, он пока еще не расцвел. Очень интересно будет на него посмотреть. А это цветет НК Чувство Праздника. Такой фуксиевый цвет. Махровые цветы, очень красивая фиалочка. Сейчас попробую поближе вам показать цветочки. И вот такие потрясающие цветочки у этой розетки. Они такого необыкновенного фуксиевого цвета, очень яркие. Действительно, какое-то ощущение праздника создается от этой фиалочки. Очень красивая. Это первое цветение. Там еще есть бутончики. Вот такая вот прелестная фиалочка. Также у меня появилась вот такая вот безымяшка кудрявая. Очень красивые цветы. Они напоминают мне сорт Curly Ocean, потому что есть синяя окантовочка и салатовая немножко. Здесь была шапочка цветов, но она уже, к сожалению, отцвела. Вот, но фотография есть в моем инстаграме этого цветения. А вообще, конечно, фиалочка в очень большом горшке. Я буду ее обязательно пересаживать. Видно, что листики у нее понизу ощипаны. Весьма так хозяйка, видимо. Вот, поэтому я буду, конечно же, ее обновлять в ближайшее время. И она, надеюсь, будет чувствовать себя гораздо лучше. Все еще цветут мои орхидеи. Белая. Вполне хорошо себя, считаю, чувствуют. Все бутончики раскрылись и зацвели. Поливаю я примерно где-то один раз в полторы недели. Очень мне это нравится, что не требуется частый полив, а только замачивание. Сегодня пасмурный день, но, надеюсь, вам будет видно. Вот эта полосатая также у меня прекрасно себя чувствует и цветет вовсю. С листиками тоже вроде бы все хорошо, и с корешками.
И также доцветает мини-орхидея, постепенно отсушивает отцветающие цветочки. Такая вот красавица. Ну, вот такой небольшой обзор моих цветущих растений получился. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!